Итак, всем йом-тов. Если можете, пожалуйста, кому-то удобно в группу написать, что мы начали, да, потому что, ну, жалко, люди не слышат. Итак, мы с вами начали в прошлый раз, такую тему затронули, называется личная молитва. То есть, окей, мы учим свою молитву, есть шахарит, сейчас будем учить минху, есть, это обязательная молитва. Но иногда бывает, человеку что-то надо. Да, он о детях хочет помолиться, о хорошей сделке хочет помолиться, за здоровье хочет помолиться в моменте, вот ему надо помолиться. И мы понимали, что такое тфилат шав. Тфилат шав – это называется напрасная молитва. Когда речь идет о чем-то, что уже свершилось, но человеку об этом неизвестно. Так то, что ты об этом не знаешь, бесполезно об этом молиться, ведь это уже произошло. Да? И когда у жены виден живот, то есть прошло 40 дней, и ты начинаешь молиться от поля ребенка, то мы обсуждали, да, это называется как бы молитва, то есть он уже пол уже известен, просто ты об этом не знаешь. Там уже мальчик или уже девочка, и бесполезно просить другого. Или ты слышишь, как звуки мечей при входе в город, и начинаешь молиться, чтобы только это было не в моем доме. Ты просто не знаешь, но на самом деле это уже либо в твоем доме, либо не в твоем доме. Когда что-то уже произошло, молиться об этом, да, надо делать наоборот, мы сказали. О будущем молятся, а о том, что случилось, о да, признают и смиренно принимают. То есть это разные вещи. Мы говорили Давида Мелеха, это все был прошлый урок. И правильно, если ты заходишь в город молиться, чтобы ты зашел с миром, вышел с мира. Да? Миша и что цихала леды. Теперь, если человек знает, что его жена рожает, должна родить, пусть молится за нее, чтобы она родила лехаим товим лошалом, веезера шелькаяма, чтобы ребенок был здоров, осеби мецоду маасим товим, и занимается заповедями и добрыми делами. Квар бьяру ленша носе, вот это новая лоха, где мы с вами и остановились. И остановились. Квар бьяру ленша носе ми ирлаир шиур парса, меварех тлададерех им цето меха ир. Да? Мы уже говорили, что человек, который путешествует из города в город, и он собирается провести в пути парса. Парса – это 4 километра. И когда мы говорим 4 километра, мы имеем в виду время, не расстояние. Время 72 минуты. То есть человек собирается пересечь границу города и попасть в другой город. И этот промежуток путешествия займет у него 72 минуты и более, то он должен читать молитву, которая называется Тфилат Адерех, дорожная молитва. Эту молитву можно читать, не нужно останавливать автомобиль. Ты можешь прям за рулем ее читать. Можно продолжать движение. И достаточно говорить ее только один раз в день. То есть, может, мало там, неделю путешествуешь, едешь, да? Один раз в день. Афилу им януах баир бэм сайом. Даже если ты посредине этого дня хочешь отдохнуть в городе. Авалим да атола лон баир. Но если у тебя намерение все заночевать в этом городе. Но вдруг что-то произошло. И тебе нужно срочно отправляться обратно в путь домой. Царих лазор. Тогда снова нужно говорить благословение тфилат адерех. Дополнительный раз. То есть, как бы ты достиг цели, вроде бы хотел поспать, но что-то случилось, тебе резко надо уезжать. Но все то время, пока ты еще в городе, говорить нельзя. А только когда выехал на автомобиле на шоссе, междугородское, междугороднее шоссе. То же самое, мы знаем закон. То же самое закон касательно самолета. Так, в момент, когда набирает самолет скорость 30 км, и он взлетает, отрывается от земли, в этот момент мы говорим тфилат адерех. Когда он отрывается от земли, когда ты вышел на междугороднее шоссе. Тяжело, да, но именно в этот момент, это самое такое тяжелое, надо говорить тфилат адерех. Вим шахахла умра, и забыл, а человек забыл сказать тфилат адерех. Все то время, пока он в пути, он еще может сказать тфилат адерех. При условии, что он не приблизился к точке назначения ближе, чем на парса. То есть он уже добрался до... То есть меньше, чем через 72 минуты он достигнет точки назначения. Если он уже там за полчаса, грубо говоря, до точки назначения, он уже упустил браху, больше говорить не может.
Умешавелых Йомарута было браха. Ты можешь сказать Филат Адерех, но уже без благословения. Барух Шумеет Фила. То есть без брахи, без имени Бога. Вехена Тазбе Авирон. То же самое, человек летит на самолете. Да? Человек путешествует на самолете. Всем привет. Привет, Дима. Да, человек летит на самолете, и его перелет на самолете больше 72 минут. Не в Санкт-Петербург. Он летит куда-то, где перелет занимает больше, чем 72 минуты. Он мертв Филат Адерех, он должен сказать молитву Филат Адерех. Бешему Малхут с именем Бога. И когда он доберется до места своего назначения, он еще и скажет Гумель. Помните, мы говорили, что молитвы Гумель и Филат Адерех, они сильно связаны. То есть, если ты хаяв де Гумель, ты, соответственно, должен был и на это путешествие тоже говорить Филат Адерех. И наоборот. Атас бе Аверон алиха де хазра бо байом. Убицеруф алиха де хазра еши уша ве хомеш шоэм бе сиса. И то, что мы говорили ранее в законах Гумеля, что если ты полетел в Питер, и в Питер долететь меньше 72 минут, но ты этим же днем из Санкт-Петербурга летишь обратно в Москву, тогда суммируются тебе два твоих похода, и ты должен будешь сказать Тфилат Адерех и Гомель Бешему Малхут, как положено с именем Бога. То есть и Тфилат Адерех нужно говорить, и Гомель. Следующая лоха, одна строчка. Леулам и Адам Рагиль Ломар Коль Ман Де Авид Рахмана Летава Авид. Человек должен всегда приучить себя говорить следующую фразу. «Коль ман де авед рахмана» – все, что делает Всевышний, «летава авед». Он делает «летава» – к лучшему, к добру. «Летава авед». Чьи это слова? Нет. Чьи это слова? Бальсулам. Задолго до Бальсулама. Кто это? Кто это? Чьи это слова? Раби Акива. Вот интересно, рассказывает Талмуд удивительную историю. У Раби Акива было много учителей. Вы, наверное, знаете, что Раби Акива был учителем Элиэзер бен Хоркунус. Но один из учителей Раби Акива был Иш Гамзу. Иш Гамзу был удивительный человек. И его кредо жизненное была другая фраза. Гамзу летова. Это тоже к добру. И рассказываю знаменитую историю. Есть одна история про Гамзу, а еще одна история про Раби Акиву. Про Ишгамзу, где его обобрали, обокрали, украли у него все его камни, набили ему ящик с землей, прахом, с землей. А он, бедный, ехал на встречу с императором от всего из еврейского народа дарить ему взятку, чтобы тот не притеснял евреев. И когда открыли этот ящик, он говорит, это, говорит, вам от евреев подарок, смотрит, там земля. И ему просто, его линчевать должны разорвать. А Гамзу, он говорит, Гамзу Летова. Все к лучшему. Что к лучшему? И в этот момент Ильяху Анави, ну, никто не знает, что Ильяху, не важно. Какой-то кто-то из толпы говорит, слушайте, странно, говорит, евреи, это что за, говорит, издевательство? Они что, с ума сошли? Говорит, может быть, говорит, это особенная земля? Что за особенная земля? Вы слышали про евреев? Во времена войны Авраама против четырех царей. Всевышний сделал чудо, и Авраам брал горсти земли, бросал, и они превращались в стрелы. Вдруг это чудесная земля, супер-мега-оружие, наведение. И они берут эту землю, бросают и превращаются в стрелы. И как раз была война. И это был такой подарок. Просто император от радости сказал немедленно, говорит, его на поле боя. Это, говорит, ну, это как бы, да, оружие, там, ноу-хау. И Ишгамзу достигает цели и возвращается. И едет, как принято у нас, той же дорогой. И возвращается в тот же самый постоялый двор. И этот, который его обокрал, он смотрит, как он живой вернулся. И говорит, он говорит, это как? Он говорит, ну, говорит, вот так, вот такая тема. И он понимает, что это же они ему землю насыпали. Что это у него во дворе такая чудесная земля. Он набивает, короче, 4 там гроба этой землей, едет к императору. Да. У нас, говорит, еще круче, как у евреев, супер. Конечно, они все проверяют, ничего не работает. Их всех казнят. Да? А про Раби Акиву другая история.
Раби Акива другая история. Раби Акива «Коль де авид рахмана летава авид». Это очень-очень пуримская тема. Это очень иньяна де йома. Знаменитая история про осла, свечку, да, и про Раби Акиву. Но Раби Акива, его кредо, что все, что он делает Всевышнему, кто все к лучшему. Все к лучшему, то есть знай, сейчас тебе больно, сейчас тебе... Но в итоге все обернется самым лучшим образом. 9 лет ты в ужасе. Яману только лучше, лучше и лучше. И вот, казалось бы, все только хуже и хуже и хуже. Да, и даже до конца, обратите внимание, царица Эстер что делает? Она приглашает Ахашвероша и Амана на пир. Что она приглашает его на пир? Чтобы ввести в отчаяние евреев. Евреи думали, у нас есть козырной туз. У нас есть покер в рукаве. У нас есть царица, она по-любому что-то придумает. А она специально, она понимала, она никто. Единственная сила Пурима и все 4 заповеди Пурима, которые есть, и Мегилат Эстер, и Миште, и Мишлох Манот, и Матанот Левьоним, они все про то, про единство еврейского народа. Это антидот против того, что говорил Аман. Аман сказал, «Амазе мефураду мефузару мефурад», разбросанный и рассеянный. Поэтому их надо убить. Поэтому в Пурим мы доказываем, что мы едины. Я думаю, если они будут полагаться на меня, они расслабятся. А на что дело? Все, наоборот, думали, мы обречены, а царица пирует. Она пирует. С кем она пирует? С царем и с Аманом. Она забыла про нас. Она вообще, она своей жизнью живет. Евреи были в ужасе, и продолжали молиться и поститься. А всегда было сделано специально, чтобы они не бросали ее. А там она справится, да? А мы своими делами займемся. Но уровень Раби Акивы ниже, чем уровень его учителя Гамзу. Гамзу говорил, что то, что происходит в данный момент, это и есть хорошо. Это хорошо. А мне больно не понятно. Это хорошо уже сейчас. Да? Не то, что это будет потом хорошо, я сейчас потерял, но я потом заработаю. Нет, это и есть хорошо. То есть если это в итоге приведет к добру, так это добро. Понимаете, да? То есть был еще уровень на выше его учителя. Поэтому говорит Аллаха. Это Аллаха. Это Симан. Рейш Ламед. Рейш Ламед. Алеф. Аллаха. Эй. Леулам. Е. Адам. Рагиль. Ломар. Приучите себя говорить. Мы видим все через замочную скважину, понятия не имеем, что обернется. Нам в момент кажется все плохо, все ужасно, но порой именно это и есть как раз выход. И самое лучшее, что мы вообще не знаем, как в жизни что обернется. Про это все весь Пурим. Ке-эрев айн. В мгновение ока все может перевернуться вверх на голову. И то, что ты думал зло, на самом деле добро. Да? Поэтому приучи себя говорить следующие слова. Коль ман рахмана летававит. Да? Брат мой вот всегда говорит, да, минашамаем, а коль минашамаем, все с небес. А еще, коль де авид рахмана, все, что делает Всевышнему, летава авид, он делает к добру. Ашем делает все к добру. Все без Ашем к добру. Следующая лаха. И она завершающая этого симана. Имя в шарло ле адам лильмода хара цоураем, белошина цоураем. Нишан. Ой, это всегда соблазн. Если человек не может учить Тору, после обеда, если не поспит. Не знаю, мало у человека сна, вот тяжело ему, он, да, он клюет, он не может. Тогда пусть поспит. У кашиньор мечтато эйн царих левареха лукайны шама. И когда он проснется, ему не нужно говорить лукайны шама. А валь етоль едав де клебе лобраха. Но руки омыть нужно. И мы знаем, Аллаху мы учили на тилат едаем, даже если 3 минуты поспал. Ну, а делать на тилат едаем. То 60 вздохов лошади. То есть, ну, если ты прям вырубила тебя, ты прям чувствуешь, там один момент ты уснул. Но, конечно, без брахи. Но высыпаться много не надо. Чуть-чуть поспать. И даже когда ты спишь, не делай это для удовольствия тела. А потом скажи, Ашем, мне нужно поспать, чтобы набраться сил для служения тебе. И вообще, вау, какие у нас Аллаха. Это мы сейчас Аллаху учим с вами, не мусар. Смотрите, что он пишет. И вообще, в любом удовольствии, которое ты получаешь от этого мира, не делай это ради самого удовольствия. Я ем не ради еды.
Да? Пью не ради питья. Радуйся, а должно быть что-то больше этого. Все удовольствия для того, я должен это сделать, чтобы поддерживать свое тело в хорошем состоянии для служения Творцу. Как говорил Гилель, я иду в баню, я иду делать хесед для своего тела. Хесед для своего тела. Представляете, он свое тело вообще считал, когда моя дорогая одежда, я берегу свою одежду. Надо, чтобы тело было здоровое, было чистое, да? Иду делать хесед моему телу. То есть я – это я, а это мое тело. Да, он говорит, такая лоха, то есть, да, имей в виду, думай о том, что все для да, чтобы была сила служить Всевышнему. «Дехен бехоль маше ене меаула мазе, лоха вэлаото». Кедихтив, как написано? «Бехоль драхеха даэу». «Во всех путях своих познавай Всевышнего». Не только я пришел в синагогу, открыл сидур, Тору, и вот я служу Всевышнему. Нет, ты дома, в офисе, на работе, в душе. Да? Гилель говорит, я делаю хесед для своего тела. Человек ест или человек пьет. Да, амрухахамим коль маасеха лешем шамаем. Все твои дела должны быть лешем шамаем. Абсолютно все. А вся наша жизнь, это в итоге должна стать кидуш Ашем. Вся наша жизнь, это да, вот тут две грани. Так ты должен превратить всю свою жизнь в кидуш Ашем. Шафилу дворим шельшут. Даже вещи, которые добровольные. Хочешь делай, хочешь не делай. Кегон ахила, виштья, валиха, погулять, пойти, попить, поесть. Да, хочешь попил, хочешь не попил. Кулам лаавот эт бореха. Даже это все должно быть Лашем Шамаем. Ради Всевышнего. О ледвара гурема водато. Или для того, то есть, или как косвенная причина для того, чтобы привести, у меня были силы для служения Всевышнему. То есть одно приводит к другому. Шафилу и моя саме ураэв веахаль вешатала алото. Поэтому если человек даже был, у него была жажда, или он был голоден, и вот он утолил свою жажду, или он поел. Эйно мешубах. Мысль у него должна быть только одна. Я пью и ем с целью, чтобы дать жизнь, оживить свое тело, чтобы я был более энергичен и готовый. Я в армии Всевышнего. Я должен быть сильный, энергичный. Я должен заботиться о своем теле. Почему же я воин Всевышнего? Что за воин такой дряхлый? Встать не может, учиться, он постоянно спит. Он, да, он весь полу какой-то. Да, так не должно быть. Ты должен быть да, максимально да, такой бодрячок. Всевышнему нужны воины поддерживать тебя. Поэтому Рамбам говорит, очень много уделяет здоровью. Это мицва. Большая мицва ухаживать за своим телом, но не ради него самого. И побаловать себя чем-то, и что-то вкусное поесть, и отдохнуть как-то. Да? Но если, кстати, даже отдых, работа, можно превратить в авудат Ашем. В мицву сон. Цадик, когда спит, без задних ног он спит, он очень устал, он спит. Его часы, его сон – это мицва минамувхар. То есть не то, что человека делят, потом смотри, вот тут ты 2 часа учил Тору, потом ты, значит, Тору закрыл, пошел там. Нет, потом пошел, а жене время надо уделить, детям надо, это все хесед, это все мицвот, поел, а как без этого? Всю жизнь абсолютно 100% можно превратить в авудат Ашем. И так и должно быть. Кстати, это ключевая разница. Это называется да, еврейский образ жизни, что нет деления на авудат Ашем там, да, и не авудат Ашем. Вся жизнь от мала до велика. Должна быть служением Всевышнему. Окей, друзья, мы с вами закончили Симан Рейш Ламед. И мы начинаем с вами законы дневной молитвы. Да, у нас было небольшое отступление, потому что я не начал с Деврей Мусар, поэтому мы немножко поговорили про Раби Акиву, поговорили про его учителя Гамзу, чтобы понять разницу между их шитот, учитель и ученик. Одно дело говорить, что ничего, все обернется к лучшему. А другое дело понимать, что если отец тебе даже сейчас дает, да, по башке, то на самом деле для тебя это хорошо уже, сейчас, в данный момент. То есть спасибо Всевышний за все, что у меня есть, и спасибо Всевышний за то, чего у меня нет. Да, потому что если ты решил, что у меня этого в данный момент должно не быть, значит, для меня это хорошо. Точка. Значит, тава, да, это называется гамзум летова, это това. Когда для меня будет хорошо, чтобы у меня это было, у меня это будет.
Ну, она молится так, как папа не каждому сыну даст деньги, да? Только тому, кому можно там, доверять, что он это потратит как правило, на нужные вещи. Следующий симан, рейш, ламет, бет, это Илхот Минха. Итак, работа, небольшое вступление. Мы знаем, что все тфилот боем, шахрит, минха, марив, шаббат, мусав, да, они все приурочены и привязаны к авода, что называется служению в храме. И минха, сейчас мы будем учить, что такое минха гдула, минха ктана, да, мы знаем, что существует так называемое шаот зманиот, то есть мы делим время на... называется временной час, да, то есть относительный час. Мы берем длину светового дня, делим ее на 12, получаем 1/12, то есть временной час, и вот, да, и им оперируем, от когда начинается молитва, когда она заканчивается. Мы знаем, что минха – это все время, называется она бейн арбайм. Была такая жертва, бейн арбайм, межвечерье. Оказывается, у нас есть два вечера. Есть вечер, когда заходит солнце. Это вечер, который мы знаем. Но оказывается, по-еврейски есть еще один вечер. Это момент, с которого солнце начинает стремиться к закату. Ровно в Хацот, ровно в полдень, в 12:00, солнце зависает в зените над головой человека. Это называется Хацот. В течение получаса временного, обычного. Значит, временной, полчаса временного часа, с момента, когда наступила Хацот, нельзя молиться Минху и нельзя молиться Шахарит. То есть это время, когда еще уже нельзя молиться Шахарит, но еще нельзя начинать молиться Минху. Но как только прошло полчаса после полудня, это самое раннее время для того, чтобы читать минху. Минха гдула. Как запомнить, что минха гдула? Минха гдула – это когда у тебя гдула. У тебя много времени еще на минху. Гдула. А минха ктана – это мы узнаем, когда времени будет меньше. Минха гдула. Почему так? Почему? На самом деле минха, жертва минха, всегда проносилась безман минха ктана. То есть за 2.5 часа до захода солнца. В этот промежуток внизу. То есть с 9.5 часа временного часа, с момента восхода солнца. 9.5. А? За 2.5 часа. До шкии. До шкии. До захода солнца. Это какое-нибудь другое время. Да, об этом отдельно. Но почему так? Было одно исключение. Раз в году во время храма минху, жертву, бен арбаем, приносили очень рано, максимально рано. Что это был за день? Песах. Шаббот. Вчера. Эрев. Эрев? Песах. Что было в Эрев Песах? Ели. Корбан Песах. 14-го Нисана. Все. Весь еврейский народ должен был принести Корбан Песах. И это было просто невероятно. Это были десятки тысяч куаним, выстраивали специальные ряды. И к ним просто волны. Это какое-то немыслимое количество нужно было успеть сделать за вот этот вот промежуток времени, до захода солнца. Поэтому передвигали минху на максимально раннее время. А раз был такой момент, когда минху передвигали так рано, на 12.5 часов, это получается сегодня у нас тоже, несмотря на то, что идеальное время для минхи, это за 2.5 часа до захода солнца, то есть это ближе к вечеру минха, но, тем не менее, можно уже читать минху со времени минха гдула, то есть полчаса после хацот. Есть много еще Альберт, нюансов. А если получается, ты после хацот прочитал сразу, ты не вышел в заповеди? Нет. Что самое интересное, что вот, да, хахамим говорят, Раби Иуда говорит до 4 часа, хахамим говорят до хацот, читают шахарит. Ну, шахарит. Но ну если да, о том, что да. Время ничего, потом якобы времени для чего? Да, а потом... То есть время в течение дня, когда нет времени для молитвы да. Вообще.
Ну да, для Хьювим, для Шахарита и для Минхи. Как мы только что учились, брахот протьет и тфилот протьет можно, пост помолиться можно, но выполнить заповедь нельзя, потому что все привязано к реальному времени корбанот в храме. Это не просто так. Это спор мудрецов, когда была Бейнарбаем. Это что привязано? А почему, напомни, почему я просто это учила? Почему у нас полчаса после хацот перерывчик? С чем это связано? Готовили корбанот или что? Потому что должно быть Бейнарбаем между двух вечеров. Только солнце зависает над головой в зените, и только через полчаса солнце видно, что он уже начало двигаться. Оно начинает движение вниз. И это называется РФ первый. Это называется вечер. Хотя оно в зените еще, но оно уже начало падать. Это называется вечер. А второй вечер, когда реально оно ушло за горизонт, это называется шкия. Межвечерье Бейнарбаем — это время Минхи. Опять-таки по мудрецам. По Шите Раби Иуды, то это раньше, то это плаг Минха. Да, это 1 час 15 минут временного часа до Шкии. До того, как зашло солнце за горизонт. А в момент, когда не просто диск ушел за горизонт, а и свет его тоже пропадает, это называется Цета Кохавим. Окей, это было вступление, чтобы мы просто понимали эти законы. Давайте сделаем с вами одну первую большую, да, Алаху, Тфилат Минха. И Бейзрат Ашем, Зман Тфилат Минха будет следующее. Илхо, Альберт, Минха. А можно, пока ты не начал вопрос задать? Давай. Я правильно понимаю, ну вот Хацот это полдень, да, это середина полдень. Дня. Но время окончания молитвы Шахарит это не полдень, это до полудня есть какое-то время, когда мы обязаны закончить Шахарит. Нет, полдень. То есть мы до полудня по Аллахе можем молиться Шахарит? Нет, не по всем мнениям. У нас есть два мнения. С Раби Иуда есть Хахамим. И, конечно, мы хошешим на Раби Иуда. То есть все, любого спроси, тебе скажут до четвертого часа. Шмона Исре нужно сказать до четвертого часа. Но конец четвертого... А полдень – это шестой час. То понял. Есть, грубо говоря, если в 6 утра светает и в 12 полдень, ну, в идеальном день, и в 6-18.00 заход солнца, то ты до 10 ты должен уже сказать Шмона Исре. То есть получается так, что время окончания молитвы Шахарит, это не значит, что сразу после этого времени пришло время молитвы Минха. То есть получается, что у нас не полчаса в сутках, когда у нас нет никакой молитвы, полчаса. А больше... Я объясню. Почему полчаса? То есть мы должны стараться выйти по обеим мнениям. Чтобы такое мнение, это Аллаха. До четвертого часа помолиться Шахарит. Но если ты не смог, иди, ты все равно молись. Хахамим, второе мнение, Танакама, говорит до полудня. Ну, молись до полудня. Окей, одно мнение уже все, ты не вышел. То есть это уже не лайкатхила. Но молись все равно, молись. И многие говорят, по сифас нельзя говорить брахот, что там шма, целая история. Что там можно, что там нельзя. Мы это учили все. Но все равно молись хотя бы до полудня. Но если уже наступил полдень, вот тут уже лакулы алма. Нет никого, кто считает, что после полудня можно, да, молиться шахарит. То есть получается, что по одному мнению нужно молиться до четвертого часа шахарит. По другому мнению, которое облегчает, можно молиться до хацот шахарит. Да. Это в мире мнение Талмуда. Да, когда наступает хацот, есть получасовой, ну получасовой имеется в виду получасовой временной. Временной получасовой. Есть какой-то отрывок времени, когда мы уже не можем молиться шахарит, но еще не можем молиться минху. Совершенно верно. Полчаса. Окей. Окей. Запомни полчаса, просто вообще запомни, что когда мы говорим время, мы всегда имеем в виду временные часы. Да. Вот этот промежуток, он обусловлен тем, что не видно движение солнца. Да? Из-за этого да, мы не можем... Да, что солнце зависает над головой. Извините. Полчаса временного часа. То есть какое-то промежуток времени, солнце висит над головой. Как только началось движение вниз, это начало времени, самый ранний момент. Но мы же знаем, что оно не висит над головой, что оно все равно движется, просто, может быть, это не видно глазу.
Ну, земля же не останавливается. Как не останавливается? Нет, ну правильно, да. Да-да-да. Да. То есть какое-то должно быть смещение. Да, вот, да, вот с этой, да, точки. Ребят, извините, пожалуйста, я просто не очень понял. Повтори, если можно, минутку уделите этому еще раз. Вот этот гдола, это когда есть много времени, да? Самое раннее. Да. То есть гдола не бывает, перед Марио? Не-не. Гдола – это вот 12,5, это самая ранняя минха. А ктана – это идеальная минха. Так было 99% в году. Минху приносили всегда за 2,5 часа. То есть это было бейн-арбайм. С 9,5 часа, как мы учили трактат Псахим. Да? Ну а как же тогда понять то, что мы столько раз говорили, что нужно заповедь делать прямо в тот момент, когда и первую возможность ее сделать? Почему хорошо, тогда это оттягивается? Но здесь другое. Мы с молитвами мы делаем это тогда, как это делались в храме. Потому что авода, молитва называется авода. Истинная авода – это служение в Бейт-Амикдаше. Нет у нас Бейт-Амикдаша. И сегодня наша авода – это в малых мигдашах, в синагогах, в Бейт-Мидрашах. Молитва, тфила. И вообще, если вы посмотрите, за, как мы молимся в Йом-Кипур, Рош-Шана – это чистая авода. Это все коррелируется, все это переплетается, как было в храме, чтобы Безрат Ашем он был отстроен в наши дни, да, и мы все это вспомнили на практике. Говорит Аллаха. Маша есть, но агимшим это пролим сват минха мекуцерет. То, что люди привыкли молиться как короткую минху. Есть такое обычай молиться короткую минху. Вот мы молимся короткую. Бли хазрата шалех цибур, без повторения шмона исре. Шалех цибуром. Эн минхак зе нахон лифи Аллаха. Это неправильно по Аллахе. Вехова леватло. Слышите, что говорит? Вау! Нужно отменять эти обычаи. Не надо молиться короткую минху. Не надо молиться. Улам им еш миньян мецумцам. Но если есть ровно 10 человек, цара, мы молимся здесь только к цару. Но мы сейчас увидим разницу. Да? Это действительно закон. И все с этим согласны. И в синагогах вы никогда не увидите ни в одной синагоге минху к цару. А если вы зайдете в синагоге и увидите, что молится минху к цару, надо леватлам. Это ошибка, нельзя. Потому что мы не синагога. Мы бейт-мидраш. Есть разные законы. Бейт-мидраш, синагоги, разные законы. Мы тоже учили. Да, хоть шанот. Как таково, прям вообще, чтобы они исполняли только... Синагогу. Везде в синагогу учат Тору. Да не дай бог. Нет, конечно. Мецумцем, хорошо заметил. У метоха асара ишнам кама анашим шейнам меуганим. Шело яту озен кашевет лишмоет хазрата шлех цибур велаанот амен. Ешь лаадив бофен казар литпалет филат шмона эсре ахат. Бен бешахарит бен беминха. Уа. Векешешам миньян шел ей шамайон меколь. שכן כשיש שם מספר גדול שלא ייווצר שיש עשרה המכוונים לפחות בסוף הברכות של החזרה, חובה לתלמיד חיים החזרה, וחלילה להקל. וואו, עשיתי ככון גברית. ואתה תשיבו את הזוויסית. יש לי ותיבה, אתה כל טיפה פעם שתקעו סיטואציה. אבל תשמע, תוקו, אולי מי אתה עושים? מה רק אתה זנאית? Если миньян состоит из 10 человек, и у тебя большое сомнение, что среди этих 10 есть там 2 человека, которые такие, знаете, они болтают, они летают, они не слушают, они не будут отвечать «Амен», как положено, да? Тогда молитесь одно «Шмона Исре», как в «Шахарите», так и в «Минхе». Потому что читать «Шмона Исре» и не отвечать на него, это еще хуже, лучше его не читай. Но если у тебя есть 10 человек, «Ерей Шамайн», или у тебя есть больше людей, ну, очевидно, что среди них есть хотя бы 10, которые серьезно к этому ко всему относятся и отвечают. Халила леакель. Не дай бог, говорит, не облегчай, говорит, молись как положено. Обязательно. Хазарата шацта великое время. Молится хазану, приносит общую молитву. Это очень важно, это не отменять это. Велахен ховак душа. Поэтому есть святая обязанность, которая мутерет на рашея ишивот, которая лежит на плечах рашея ишивот. Леватель! Отменить машины агубей за ишивот. Обычай в ишивах. Вы слышите? А ишивы это же бельмидраш. И на самом деле вы узнаете, что если есть такой обычай молиться короткий минху, она существует только в бемаком Тора, только в ишивах. В бейт-мидрашах, не в синагогах. Но он идет дальше. Он идет, говорит, даже в ешивах. Почему? Потому что, да, это тоже спорт, это все из геморы, что те, кто учат Тору, как бы, да, у них Тора,
и время экономят. И на что полагается ашкеназский мир? Уже есть минхаг. Минхаг. Минхаг улам. Ешивы читают минхаг цара. А он говорит, хова кедуша, святая обязанность на всех хороших ешивах, отменять. Говорит, нет, работай, мы в ешивах. У нас, мы там дольше будет на 5 минут минха, мы могли бы еще один тософот разобрать. Нет, он говорит. Да из еще вот. Ледалегар хазрата, не пропускайте повторение шмонайсре. Уляхзира талала юшна, и верните корону, как было в древности. Улаанхи хазрата шалех сибур, и введите снова повторение шмонайсре. Кетаканат геоне Исраэль, как утвердили гаоны из народа Израиля в Ямду, аля мишмар виашгиху шеакахаль яту озен кашевер либерхотавши лешлех цибур леанот амен. И поэтому стойте как стражей, да, и следите за тем, чтобы общину научить, чтобы они очень внимательно слушали и отвечали амен на повторение шмона эсре шалех цибуром. Окей. Это Ялкут Йосеф, очень строго работай. Очень строго, видите, касательно Минхи к цары. А? Какая учеба должна быть? Вот именно, мне кажется, да. Мне кажется. Но знаете, две стороны. Какая учеба должна быть и какая молитва должна быть? Смотри, как он пишет. Он сам говорит, если меня такой так себе, как бы, да, лучше к цару молись. Если у тебя кошерный меня, ешива, надо, говорит, тфила, пусть будет, пусть отвечают амен. Окей, все, мы знаем шитат Ялкут Йосеф. И при этом мы знаем, что в ешивах, в ашкеназском мире, маком ешива, бет мидрашах, минаг, устоял. У нас есть два, поэтому две молитвы. Есть короткая минха для тех, кто аврехей койлель. Да, и есть, да, молитва для бате балея байт. Да, и они все молятся обычную длинную минху. Минхаг яфе гу ломар, алколь, браха, баруху, варушмо. Есть минхаг яфе. Это обычай отвечать, когда ты слышишь имя Всевышнего, говорить баруху у варушмо. Благословен он и имя его. Да, Сефрам и Кубалим пишут, что есть две вещи. Есть шем, ашем. Это шхина. А есть сам ашем. Когда мы говорим, мы трепещем, это все перед именем Всевышнего. Сам Ашем вообще не постижим. Есть только имя. Шем Ашем. Шем Баругу, Варуг Шмо. Есть такое понятие, Леман Шмеха, мы постоянно говорим Шем. Есть такое понятие, имя Всевышнего. Имя. Да, скарат Шем Ашем. Когда мы слышим, имя Всевышнего упоминается, должен сказать Баругу, Варуг Шмо. Да, лахен, рашалех, сибур, леамтин. И поэтому шалех, сибур должен это понимать. И всегда делать паузу. Распев такой, чтобы было время... Для лакахаль адши яне баругу варухшмо. Ждать, пока баругу варухшмо, и после этого продолжать. Лахарках исаем абраха, гдеши яну амен. Закончи, и оставь время, чтобы не сказали амен. То есть четко поддерживать какой-то ритм, чтобы было время ответить и баругу варухшмо, и амен. Окей, работай. Здесь мы остановимся. Да, начали мы законы. У нас сначала илхот минха. Просто минху будем учить. Потом время молитвы минха. Визрат Ашем. И все, и переходим на время Марьева. Не пропускайте, да, сейчас очень-очень важные молитвы, очень важные алахот у нас идут эти дни. Безрат Ашем, увидимся с вами уже в понедельник, без свята Тишмая. Всем шаббат шалом и бурах, я с вами прощаюсь. Спасибо большое. Шаббат шалом. Шаббат шалом.